Первая смена ежегодного летнего лагеря труда и отдыха «Экологический десант» собралась на спортивные состязания. В силе ловкости соревновались более 100 мальчишек и девчонок. Экологический десант подростков занимался благоустройством Первомайского района. В конце смены ребята получат зарплату около 3000 рублей. Но школьники не только трудились, но и выявляли самых сильных, ловких и метких. Все как раз мы проводим в комплексе для ребят, чтобы они себя не только поработали на славу района и на чистоту района, но и испытали себя и в соревнованиях между различными микрорайонами нашего района. Для подростков подготовили особенное задание. Их ждал веревочный городок. Нижний уровень легкий, верхний намного сложнее. В любом случае, то есть мы проводим испытания там со всеми страховками, то есть это достаточно безопасно. Также ребята смогли познакомиться с выставкой оружия времен Великой Отечественной войны и даже пострелять из пневматических образцов легендарного ППШ и пистолета ТТ. Большой интерес вот именно к истории у ребят проявляется. Потому что, ну, где еще посмотришь и потрогаешь, и непосредственно глазами, ни в кино, ни в телевизоре или где-то в интернете ты увидишь это оружие и так далее. Спортивный праздник выявил сильнейших по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и плаванию. Победители ждали грамоты, медали и подарки. Михаил Кунышев, Максим Козлов, Вести, Кировская область.